Начинаем вторую серию нашего круглого стола. Сегодня у нас ряд докладов. Представляю первого докладчика второй серии. Татьяна Михайловна Принякина, авторский экземпляр «Город Турбунина избранной стихи» в контексте источников научного издания. Я постараюсь недолго. Ну, у нас едва 10-15 минут. Я думаю, что долго не обязательно. Да. Давайте действительно пошарочи самые все. Значит, минимум предуведомлений. Библейский поэт, вывод основного текста базировался на анализе всех известных публикаций стихотворений и архивных экземпляров его, авторских экземпляров его изданий, прежде всего собрание 15-го года и Петропавловска. В авторских экземплярах этих изданий содержится справка Бунина, оставленная им разными этапы обращения к своим уже опубликованным, казалось бы, окончательная версия зафиксированного стихотворения. Однако разночтения, оставшиеся в этих авторских экземплярах, завизированных им и последующих изданий, и близких им по времени обращения, касаются каждого восьмого текста основного стихотворного фонда. То есть, как уже было сказано, 118 стихотворений из включенных в библиотеку поэта 965. Уже одно это могло бы привести к тому, что основным текстом научного издания стал, как правило, текст главной последней жизненной публикации, а правка, которой этот текст подвергался в рабочих экземплярах бунинского издания, была внесена в дополнительный раздел. Сочетание означенной особенности работы поэта со своими, казалось бы, уже окончательными стихотворениями и с неуверенностью более десятков текстов для будущего посмертного издания и колебаниями в датировках, эта проблема касается уже каждого пятого стихотворения, как я сегодня говорил, еще более утвердительной верности такого решения. При всей жесткости замечательных надписей Бунина на его рабочих экземплярах, вариативность составленных им состава будущих произведений, редакция самого текста редакции, поставленных рукой Бунина под одним стихотворением в разных источниках, новое решение не оставляет. Авторские экземпляры издания Бунина рассеяны между разными архивами. Имлир, Галлер, РГБ, Орловский музей и архив Блинца. Именно русский архив Блинца, точнее, Бунинской коллекции русского архива Блинца находится. Именно там находится основной массив творческих материалов поэта. И вот в последнее время, недалеко, в прошлом году, среди них удалось обнаружить еще несколько экземпляров избранных стихов, вышедших в парижском издательстве «Современные записи» в 20-м году. К этому времени Бунин уже отошел от стихов, а появившийся через несколько лет Нобелевской премии еще не знал, и о возможности вновь издать свои сочинения в более полном объеме, то есть об издании «Метрополис», не знал тоже. Поэтому рассматривал этот сборник своего рода итог поэтического пути. В избранные стихи было включено 205 текстов. Практически все они, кроме двух стихотворений, перешли потом в «Метрополис». Анализ позднейшей работы Бунина с этими текстами в авторских экземплярах избранных стихов должен был подтвердить и скорректировать избранный библиотек поэта принцип отбора основного текста научного издания «Бунина». Значит, в библиотеке поэта был учтен только один экземпляр избранных стихов. Он был полный и содержит несколько слоев правки. На этом примере легко посмотреть, как Бунин работал со своими авторскими экземплярами. Значит, первый слой правки в этих избранных стихах, который был учтен в библиотеке поэта, по смыслу и содержанию совпадает с временем работы над Петропавловском. То есть это 34-35 годы. Второй слой включает в себя правку Бунина черными чернилами и всякими шариковыми ручками, и эту правку можно датировать 47-53 годом. А третий слой образует поправку, которую вносил уже Лев Николаевна, то есть, вероятно, тоже 51-53 годы. В лице было найдено еще 8 экземпляров избранных стихов, 3 из них без справки, остается 5. Все эти 5 экземпляров не датированы, только на одном из них есть дата, фиксирующая первое обращение к этому изданию, декабрь 36 года. Вообще, редакторской работе Бунина – это редкость. Обычно на обложках он отмечал каждый этап возвращения к уже изданным своим книгам. Ну что ж, в таком случае первое впечатление о времени работы с этим экземплярами можно составить по образам правки. Вот экземпляр присутствует чернила,
которые были в ходу были на первые послевоенные годы. Если соотносить их работу над избранными стихами с работой над Петрополисом, над томами Петрополиса, то это август 47 года. Однако основная часть поправок была внесена в Клюше в 51-53 годах с синей и красной шариковой ручкой. По всем ныне известным авторским экземплярам избранных стихов, те или иные поправки и ответы, сделанные Буниным и его женой, Николаевной, имеют 37 текстов из 205 включенных изданий, то есть достаточно репрезентативная выборка. Я рассмотрела эти тексты, разделив их по группам, и дополнила описание каждого из этих групп ответы на сопутствующий вопрос. Значит, первая группа представляет собой стихи, правка которых согласована по авторским экземплярам избранных стихов, в целом соответствует правке в поздних экземплярах Петрополиса. Сопутствующий вопрос, когда, собственно, будет работать с избранными стихами. То есть в данном случае речь идет о таком ряде текстов, который не вошел в его печатную историю, но уже был известен нам, да, по текстологической легенде, и в этом составе текстологической легенды отражен библиотеки поэта. Анализ того, с какими экземплярами Петрополиса референт совпадает, а с какими не совпадает, позволяет просто насудить о времени работы с авторскими экземплярами избранных стихов. По материалам этого доклада будет опубликована статья, где будут рассмотрены все стихотворения, которые коснулись справки. Я позволю себе сократить и не мучить вас названиями отдельных текстов. Могу только сказать, что нижняя граница обращения к избранным стихам, я предполагаю, является 47-го года, не ранее 47-го года. Следующие коллективы были внесены не раньше 51-го года, 47-51-го года перерыв. А основная часть поправок, вероятнее всего, носилась с конца весны до начала осени 53-го года. И работа в избранных стихах шла параллельно с последним обращением Бунина к тому собранию сочинений Петрополиса. Причем во многом, значит, у нас на втором томе, который хранится в РКБ Петрополиса, там стоит дата последнего обращения, 20 октября 1953 года, то есть за 19 дней до смерти. А в избранных стихах есть справка, которая не вошла в этот второй том, то есть можно говорить о том, что он работал с этими избранными стихами до последних дней жизни, даже тогда, когда я работала на Петрополисе, уже им было окончено. И таким образом у нас есть 11 стихотворений, можно сказать, 11 стихотворений, правка которых в избранных стихах соответствует правке в самых поздних экземплярах Петрополис или в самых поздних экземплярах Петрополис и Сыли. В общем, более-менее все ясно, мы просто учитываем эти поправки в общей текстологической легенде и идем дальше. Это второй выпуск которые образуют те тексты, правка которых по избранным стихам согласована, но она не соответствует правке в томах Петрополиса. В этом случае главный вопрос, как, собственно, меняется история текста. Таких стихов у нас тоже 12, то есть 3. Одного, 3 другого. Понятно, что эти варианты правки, которые остались только в изобретении избранных стихов, они расширяют наше представление о том, как ему нравится этот текст автора, подливает историю текста, и, в общем, там остается только перечислить какие-то отдельные поправки. Эти поправки не шибко большие, когда-то меняется эпитет, когда-то убирается заглавие, когда-то вставляется дополнительный буквы предлог, получается, не бегство в Египет, а бегство в Египет. Из стихотворения ритма убирается название и так далее. Причем среди 5 экземпляров избранных стихов, о которых идет речь в общей сложности, один снабжен как бы недоделанной визирующей надписью, что это экземпляр исправленный или проверенный. Почему недоделанный? Потому что, во-первых, не очень понятно, никакого издания он исправленный, недоделанный, проверенный. Во-вторых, нет дат. В-третьих, половина надписи на обложке оставлена для Николаевна. Он обычно этого не доверял, и делал исключительно все сам. Но во всяком случае, здесь у нас просто продлевается история текста, и мы понимаем, что хотя бы по избранным стихам, по августе, по 8 экземплярам избранных стихов, правка согласована. Самое замечательное, это то, что
что для третьей текста поправка не согласована, даже по истинному стихам. Здесь возникает еще вопрос, почему, собственно, авторская выборка. Вот. Эти варианты, понятным образом, не вошли в печатную историю текста, не находятся в особенном соответствии в авторских экземплярах Петрополиса. Их знание обогащает наше представление о текстологической легенде и заостряет вопрос о последнем поле. То, что эта правка уже не была отражена в рабочих экземплярах Петрополиса, скорее всего, просто не перенесена туда была всего времени, и потому что надоело, и потому что просто перекинул. Дальше поле гадания никого уже не интересует. То, что эта правка не была перенесена в Петрополис, означает, что она делалась в самые последние месяцы и недели жизни Бунина и была прервана, собственно, без концов. Вот пробей жизни Бунина нет никакой уверенности, что он сам не отказался бы, как только что, вообще-то уже в болезни немощи. Сделано изменение, как это уже не раз бывало, с ним он более здравые и более годы. С другими изданиями, начиная с 1930-х годов. Но в случае правки избранных стихов это становится особенно наглядно, и пределы воплощения авторской воли оказываются наиболее описаемыми и уязвимыми. Если начиная с названия стихотворения, то в наиболее подготовленном экземпляре избранных стихов заглавие стихотворения цикады, например, вычеркнуто, а в другом сначала вычеркнуто, потом установлено. Тоже заглавие в одном более раннем экземпляре собрания сочинений, визия для будущих изданий, было зачеркнуто без какой-либо замены. А в двух других экземплярах того же самого тона, тоже визированного, только был наработан с ним несколько позже, чем с избранными стихами, исправлено на ночные цикады. Таким образом, вместо одного авторского решения перед нами в последнем синхронном, завизированном автором срезе мы имеем минимум два. Восстановленная цикада и дополненная ночная цикада. Пусть эта разница не очень большая, но когда мы берем чистый лист бумаги, мы должны на нем что-то написать. Вот. Таких примеров довольно много. В двух случаях несогласованная правка касается текстов, ни цельность, ни само наличие которых в политическом наследии Бунина не было для него безусловно. Автор то убирал из своего будущего собрания, то снова к ним возвращался. Первое из этих стихотворений в лесу, в горе родник живой и звон 1905 года. Вторую часть этого стихотворения составляет признание. Я не люблю Русь твоей несмелой, тысячелетней рабской нищеты, но этот крест, но этот ковшик белый, смиренные родимые черты. Это стихотворение уже было вычеркнуто из всех авторских экземпляров последнего собрания. Из одного экземпляра первого тома Петрополиса он вычеркнул построчно, из другого еще снимали вон навсегда, потому что дело было в этом самопризнании в любви к Руси. Но не важно. Тем не менее, просматривая избранные стихи, в последний самый период времени он не вычеркивает, а в трех экземплярах из пяти правил это стихотворение, и одна строчка получается как «О, этот крест» и «Этот ковшик белый». А кроме того, он еще в одном экземпляре, один из которых условно можно считать визированным, две строчки из восьмистрочных стихотворений напрочь вычеркиваем. Вот как отнестись к получившемуся тексту в условно визированном авторском экземпляре? Он что, закончен или оставлен для будущей правки? Но потом он подумает, а эту правку уже никто не смог внести, даже предложить ее не смог. Похожий случай был, когда я анализировала правку в третьем томе собрания сочинений Маркса 15-го года, потому что только там, например, для стихотворения «Солнечные часы» сами, это была последняя публикация «Солнечных часов», так вот, в самом, условно говоря, авторитетном авторском материале я взяла и вычеркнула из этого стихотворения два катрена. И что нам делать, если, так сказать, с последней воли автора, как будем разбираться, публиковать два катрена? Санкт-Петербургской формы. Как бы не очень понятно. Значит, второе стихотворение, поэтому позволяю себе выставить. Второе стихотворение из тех, которые непонятно, что с ними было делать даже самому Бунину, вообще оставлять их вообще в своем поэтическом багаже и выкинуть его. Было стихотворение «Райское древо» 16-го года, в последней редакции 52-го года названное «Искушение». В трех экземплярах 6-го тома Петрополиса Бунин его пробовал править, но в итоге перечеркнул весь текст. В наиболее позднем экземпляре этого тома стихотворение было вычеркнуто построчно. В трех авторских экземплярах избранных стихов
Текст тоже перечеркнут, но в одном из них он все-таки переработан и в таком виде с иным заглавием. Если большими коллективами в самом тексте перепечатать сначала в новом журнале, а потом в последние дни Легонина, весной Галутея и Розы Лихона 53-го года. В итоге правка воедино не сведена, решение о будущем тексте автора не принято, и тогда значение незализированного экземпляра от избранных стихов, где этот текст получил дальнейшую жизнь, на фоне того экземпляра избранных стихов, где хоть какая-то авторская ремарка типа исправленная на обложке стоит, резко возрастает. И это не первый случай, там я могу привести еще множество, но можете мне и так поверить, что даже если на авторском экземпляре стоит исправлено, дополнено для нового издания, печатает так, только так, ничего же это не значит, потому что эта правка может быть оспорена либо параллельно, синхронно другим экземплярам, либо просто более просто. Значит, и кроме того, есть еще особый случай, который касается тех стихотворений, куда правка носила Вера Николаевна. Дело в том, что в некоторых стихах, в некоторых текстах Вера Николаевна что-то правит, а откуда она берет то, что она правит, мы не знаем. Таких примеров довольно много, они будут рассмотрены в статье, кто хочет, может посмотреть отдельно. Ну, например, проносились над островом зимние шквалы и бури, стихотворение 16-го года. Значит, сначала буду в одном экземпляре вписывать заглавие «Капли» для этого стихотворения и правит вторую строчку. Строчка была: «То во мгле и дожде, то в сиянии небесной лазури стало, то во мгле и дожде, то в сиянии яркой лазури». Это правка. Соответствует правке «Автомат Петрова» из стихотворения «Печали». Заглавие «Капли» вписывается в два экземпляра избранных стихов. В одном случае это дело Вера Николаевна, в другом самому. Но вторая строчка в избранных стихах правится только Вера Николаевна и иначе. У нее получается не сияние яркой лазури, а сияние влажной лазури. Откуда она взяла эту влажную лазурь? Мы сегодня не знаем. Вот. При этом у нас нет ни источника, где бы Бунин написал свою рукой влажную лазурь, нет источника, с которого Вера Николаевна, где Вера Николаевна написала бы бунинский эпитет, яркую лазурь. Такое ощущение, что у нас пропало два звена правки. Это о том, что авторские экземпляры сборников еще где-то гуляют. Может быть, гуляют, или, в любом случае, гуляют. В одних случаях правку можно считать согласованной, в других случаях правку можно считать незавершенной. Это совершенно ясно следует там, из анализа других текстов. Опустим, чтобы не тратить на это больше времени. И бывает, что рабочих экземплярах избранных стихов есть та правка, которой нет ни в одном рабочем экземпляре того, кто Петрова, хотя бы другого на соответствующих стихотворениях. В целом, надо сказать, что обилие изменений, внесенных рукой Веры Николаевны, без документированных источников, где возникли зафиксированы сами Бунином, говорит не только о том, что самого Бунина не было уже сил сводить видение своего права во всех экземплярах самому, но и заставляет предполагать наличие утраченного звена. Вполне возможно, что этим утраченным звеном был экземпляр избранных стихов, который упоминается в частности в текстологической преамбуле, комментариям к 9-томным собраниям сочинения, а также 6-томным, а также их наследствия. То есть это тот экземпляр избранных стихов, который после смерти Бунина вдова его передала в России, и который имеет шифр Юли, но который утрачен. Найти нити. Теперь, если посмотрите немножко статистики. Самое последнее, я закругляюсь, но буквально, чтобы было наглядно. Значит, если при сравнении всех авторских экземпляров бунинских томов Петрополиса и собрания сочинений 15-го года, различие в правке касалось 80 стихотворений, если при включении в это поле не зафиксированного, но тоже очень позднего, проверенного и исправленного третьего тома собрания сочинений 6-го года издательства «Знания». Число стихотворений, разносящихся в правке, увеличивается
то если мы добавим в это же поле вот эти избранные стихи, количество новых новонайденных 5 экземпляров, а у этих сборников, у этих авторских экземпляров такой же статус, как у третьего тома Знаменского собрания, то прибавится еще 22 текста, которые либо отличаются от итоговой правки в Петрополис, либо вообще не сведены в единое целое, даже по рабочим экземплярам избранных стихов. И в итоге вот я сегодня могу сказать, что 140 стихотворений, не 118, а 140 стихотворений Бродских не имеют итогового авторского варианта. Не то, что там какого-нибудь другого авторского, это каждый седьмой уже. Поэтому в этой ситуации все же научные издания лирики, мне кажется, неизбежно становится последней, как правило, главной прежде публикация, зафиксированная в наиболее ответственном и тиражированном издании. В большинстве случаев это притолковается до 2015 года издания Мальса, которое было отредактировано автором перед его выходом в свет, прочитано бунинскими современниками, а вся позднейшая правка автора и работа с текстом отражается необходимость сопровождения соответствующих помог. Вот только так, моему убеждению, научное издание может представить читателю и творческий путь Бунина, и все разнообразие его работы со своими текстами. Спасибо. Спасибо. Вопросы, Игорь Иванович? Пожалуйста. По поводу информации. Дело в том, что упомянутый один экземпляр, который у нас на границе, он утрачен, украден, выставлен. А вот, но был еще один экземпляр у Олега Николаевича Михайловича. Вот он и вас занимали политику. Но там тоже была правда. Внесенная у Олега Николаевича, не Олег Николаевич Михайлович. То есть экземпляр самого не имеет. Но я и говорю, что мне не хватает двух случаев. Можно еще подумать над тем, и нельзя это исключать, что Вера Николаевна могла вносить правку устного, просто говоря с Буниным, который лежал по нему. Он ей мог диктовать, она могла это писать. Уже они в конце жизни именно так работали над книгой Чеховой, над книгой Обернутой, которую сейчас написали. Кстати, я еще писала, но я сильно сомневаюсь. Поэтому работать на весь необходимо. Собственно, работа не идет, но вот тайная моя
фактически тот же текст. Он делает опять отдельным текстом воспоминания Толстого, да, и это для бунинского творчества абсолютно нормально. Теперь то же самое с жизнью Арсения. Сначала он создает 4 книги для Арсения, затем в 33-м году пишет 5-го, намереваясь писать 6-го и, возможно, 7-го, и затем 33-го. Ну, 33-м она печатается, да, ну, скажем. В журнале «Современные записки» практически весь текст пятой книги напечатан в 33-м году. То есть, ну, можно сказать, 32-м, конечно, сказать, да, но, наверное, 33-й год это тоже зарплата. Да? Пятая книга уже есть, и он намеревается ей подписать 6-ю, 7-ю, будет 2-й год жизни Арсеньева, это ему к концу 33-го года еще кажется очевидно. Затем, в 34-м году он перестает писать жизнь Арсеньева. Несколько лет он, по-видимому, думает, что с этим делать. И уже в 38-м принимает решение печатать то, что он назвал пятой книгой «Жизнь Арсеньева», отдельной книгой под названием «Жизнь Арсеньева Ика». Это, видимо, уже вот на тот момент решение окончательное, в 39-м это пятая книга выходит отдельным названием. Затем